זה? במה היית אלף יצאים? אנו, כן, כולה פריקה, תקוי איתך לארץ, מה לארמי דגיד, לא דמת אותי סס. מי פרקיסקי סיוא... Сказали, но что не хотим, чтобы закончилось. Может, что-нибудь... Ара, ну... с музыкой? Но мне, я должен показать, как играть. Не, не в том смысле, что грузины не умеют играть. Да. Не из-за этого. Я уже опять просто начал терпеть, да. Просто я нот не знаю, и я не знаю, как объяснить. А. Ну, тогда маленький перерыв сделаю. Нет, это надо, это в прямом эфире надо снять, чтобы было интересно. Так, я сейчас... Секунду. Оттуда можно зайти, да? Оттуда. Туда. Смотрите, значит, можно вас... Как вас зовут? Гена. Гена? Привет. Да. Смотрите, значит, барабаны играют вот так. Не вообще, а сейчас то, что мне нужно. У вас так мало места здесь. Очень мало места. Да. Примерно вот так. Да. Так, теперь смотрите. А можно бас-гитару? Как раз телезрители познакомятся с вашими музыкантами. А как вас зовут? Гия. Гия. На ударной Гена, на бас-гитаре Гия. Смотрите, бас-гитара. Испортилась, да? Она не вся. Так. Да, смотрите, бас-гитара играет вот так. Да? Ага. Теперь гитара. Здравствуйте, как вас зовут? Звият? Запомни, да? Звият, Гена, Ге, чтобы не перепутать. Смотрите, а гитара, значит, гитара играет вот. Она настроена? Нет. Глупый был, да, вопрос? Значит, гитара играет вот так. Смотрите. Это рабочий инструмент? Да. А как вас зовут? Иракли. Иракли? Да. Очень приятно. Помните, да, всех? Не забывайте. Смотрите. Значит, пианино что играет? Так, запомнили? Привет. А как вас зовут? Леван? Показывайте, что надо делать. Не работает труба? Труба работает. Ну... Надо вдуть просто. Да. Теперь смотрите, все, что я показал, это абсолютно не сходится одно с другим. Я просто хотел показать, что на всех инструментах могу играть, кроме трубы. Просто вот больше ничего. А что сыграть сейчас, чтобы было в эфире интересно людям? Да, сейчас я люблю. Вместе с вами? Да. А вы на каком инструменте будете играть? Я на каком инструменте буду? Например, на клавишных. Да, можно? А можно мне принести вот такая стойка с микрофоном? Штатив. Да, сейчас. Магазин есть стоек в Грузии? Вот на такой стойке, потому что, вы знаете, очень неудобно, когда ты и играешь, и держишь микрофон.
Это Раймонд Паулс еще в 70-х доказал. Он же сначала, он пел и играл песни Пугачевой, потом понял, что неудобно, и Пугачеву взял. Значит, песня... Раз, раз. Поехали. All I gotta do to make you love me. All I gotta do. All I gotta do when lightning strikes me. Oh, nothing. It's time, so sad. Why can't we talk it over? And I've got this more and more absurd. It's time, so sad. Ну, для первого раза без репетиции неплохо. Да? Ну, я про себя говорю, а не про себя. Для меня неплохо. Спасибо. Я, Алекс, я играл и пел как могу, а ребята как надо, поэтому им надо попробовать. Спасибо. Спасибо. Залег, иди мадло, да? Иди мадло, да? Большое спасибо. Залег, аргат херит. Очень хорошо поешь. В следующий раз вот это выучите, через 10 лет приеду другую песню научу. Мы имеем обсуждение, где в готове, там сейчас так гадацемаши. Пиробас газный, тут туса картошку мог тебе манкарит, бензинский схват чует. Эсарит залиан диди пупу неба. Я, кажется, я понял, надеюсь, о чем да, идет речь. Я надеюсь, что еще раз ты приедешь к нам, и мы обещаем, если ты приедешь к нам, бензин мы заливаем. Серьезно? Да. Тогда через неделю я здесь опять. В следующую пятницу у вас есть эфир? Да. Все, я здесь. Кто еще в гостях? Ну, приведи кого-нибудь. Музыканты будут? Музыканты будут. Слушай, а можно, чтобы вы здесь пригласили каких-то гостей, там брали интервью, а мы там стол накроем отдельно, чтобы не снимали ту часть студии, возможно? Можно. Ану, это всякий раз у себя дал сюда, ну, что-нибудь сакартолошись, да, сомхачись, мусикалурия, все там. Мимдинарео беби рагаца гавс ერთმანეთს თქვენ შეფასებით როგორი ანუ да ну наши направления музыкальные в Грузии и в Армении похожи друг на друга. А как ты оцениваешь это, то есть похоже или не похоже? Я, честно говоря, вот в отношении музыки совершенно другой человек. Слушаешь американскую?
Не то, что американскую, я и сенегальскую слушаю, и бразильскую слушаю, но я вот в отличие от долмы, коньяка и так далее, я не разделяю музыку на армянскую и грузинскую, потому что есть и у армян очень классные песни, а есть ужасающие, и грузин то же самое. Я, например, в Ереване сейчас был на концерте группы Катунер Бенд, очень всем советую. Это какой-то высочайший пилотаж этнического джаза, просто невероятный. Но вместе с тем, ты можешь в Армении зайти в соседний же клуб и услышать самую плохую музыку в мире, только невероятно плохую, а в соседнем клубе самую крутую. Поэтому я бы не стал делить музыку. Музыка бывает только вот, знаешь как, Алекс, либо музыка есть, либо ее нет, как юмор. А что это складывает Алекс? Ჩვენთან არის ერთ კლუბში შეიძლება ანუ მეზობლე კლუბებში არა ერთ კლუბში შეიძლება მოისმინო ძალიან კარგი და მე უცბად და у нас в одном клубе можно очень хорошую музыку и сразу очень плохую тут же тут же Классные клубы. Чтобы не ходить. Ну, чтобы люди выходили курить, да? Послушали хорошую, перекур, пока там плохая играет. Да, да, хороший клуб. Эй, Сачукар, ча-ча. Подарок. Ча-ча. Серьезно? Хванчкара. Где пьете Хванчкара? Хванчкара? Я не пил никогда, но выпью. Это вино, как и насколько. А это чача. Да. А что после чего надо пить? Чтоб проснуться во Франкфурте сразу. Что надо? Картул коньяк с гагатом. И на всякий случай грузинский коньяк. Это хороший коньяк. Это я не про этот говорил, это хороший. Он сам сказал, видишь? Сараджишвили, да? Да. Видишь, как я латинские буквы знаю хорошо? Нет, это серьезно хороший коньяк. Теперь пробовал его? Теперь, да, теперь мне все три надо взять или что-то одно? Это не викторина, просто... Нет, это все три. Подарок тебе. Слушайте, это много очень. Давайте я что-нибудь одно возьму. А, да, сами возьму. Еще гости будут, вы подарите, а то скажут, армяне пришли, все забрали, уехали. А, да. Если они сачукали, что это? О, то есть, если это улыбс, чукнет хоть бы. Чукнет. Ну все, решено уже, проехали. Все три? Все три твои. Карги, сразу. И деньги дадите. $8. $9. $9. Эхла, если ты сачукали бачу, я могу не $6 танах нравится. Ну мы такие подарки подарили, что, наверное, ты согласишься и на $6. Нет. Подождите. Сейчас я еще что-то возьму, вы вообще там $0. Не, соглашусь, спасибо большое. Деньги не нужны, это шутка. Деньги не нужны. Понимаю. Арги, ძალიან დიდი მადლობა მინდა. Გადაგიხადოთ, რომ მოგბძანდით ჩვენთან გადაცემაში. Ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი ახლა იუმორისტი რო ყავს. Გადაცემაში უბრალოდ ახლა. Ჩვენ ცხუმრობთ ხოლმე ხანდახან რაღაცები გვაქვს ახლა ესე არა ვარ. Не, мы тоже иногда шутим сейчас, у нас тоже что-то есть. Серьёзно? А у вас юмористическая программа? Эс. Кстати, комеди-канал тоже вот. Комеди-канал, кстати, да, я вас поздравляю. Давайте поаплодируем ребятам, они открыли комеди-канал наконец-то. Потому что вот что бы ни происходило в мире, все равно людям нужен юмор в любой ситуации. Да? Да. В каком бы состоянии ни была экономика, политика, спорт, где-то в футбол проиграли, где-то что-то случилось, где-то метеорит упал, где-то там наводнение и так далее, юмор в любом случае нужен людям. Потому что люди должны улыбаться. Чем чаще, тем лучше. Да, поэтому молодцы, поздравляю. Авида, долларзе, авида, долларзе. На $10 поднял. Далее, Диди Мадлова, мы бы не пришли, сарвать его с гисру. Через Тумарико, батоник Гарик Мартиросяни. Спасибо.